Добрий вечір, шановні друзі! Моя сьогоднішня співрозмовниця майстриня на всі руки. Вона і режисер, і сценарист, і актриса, а ще, що, мабуть, найголовніше дуже вродлива жінка. Сьогодні у нас в гостях неповторна Ріната Літвінова. Все женщины сейчас смотрят на вас и думают, как же она за собой следит? Почему она такая красивая? Все, все время я чувствую подвох какой-то. Никакого. Абсолютно. Да? Как я за собой сл рассказать? Да. да. Я обожаю всякие вот эти вот новейшие изобретения, какие-нибудь какие крема. Обожаю все вот эти вот скупать баночки с утра до вечера. И... Больше всего на этом я ограничусь. Я потом посещаю косметолога, и на этом моя забота оболочке заканчивается. Генетика. Все-таки нужно, да, работать. Вот очень хорошо выглядишь, когда мало спишь, много работаешь. А духотворен, когда, правда? Да, когда чувства тебя раздирают. То есть на самом деле это вот то, что нужно. Какой-то смысл имеешь, мотивацию встать, побежать когда сидишь дома, и даже ты можешь ничего не есть и посещать все эти залы, все равно начинаешь как-то дурить, и как-то тебя раз, растаскивает, и мне кажется, именно когда ты ничего не делаешь. Вы до сих пор считаете, что мужчины в женщинах не разбираются? Вот мне кажется, даже надо бросить эту затею, разобраться. Пытаться. Да, потому что так, так как я, наверное, и не могу понять мужчину, мне кажется, нужно же принять и полюбить. Если ты вот человека вот все решил взять его под свой контроль ты его принимаешь таким каким он есть в принципе какая-то иллюзия что человек может как-то поменяться я видела случаи когда человек мягчал, менялся и вообще в принципе существует же момент притирок с людьми э, там год или какие-то сложные периоды когда ты человека можешь как будто бы возненавидеть или э, когда он так долго рядом да это конечно так большой труд сочетаться с кем-то. Ну, ну, вот, и, вот именно э, хранить чувства, иметь какую-то внутреннюю мотивацию, смысл. Труд. Это большой труд, правда? У который, вас да, и вот поэтому очень многие одиноки, и они не хотят трудиться, работать над не хотят этим. Трудиться. Да, они хотят кого-то там по сходной цене, иметь рядом в качестве сопроводиловки. Ну, как вот собака. Ты ее вроде как и любишь, но она же ничего не потребует. И ты ее и потреплешь, и возьмешь с собой в путешествие и красивый ошейник ей купишь, и вкусную еду, и врача ей наймешь. Но это же собака. Над ней не надо работать. У вас в сценариях нет ни одного достойного положительного мужчины. Это сознательно? Нет, у меня есть. Вот, например, то, что играл Богдан Сильвестрович. Просто там Кира сделала его немножко патологическим. У меня такого сценарии не было. Цитирую. «Я ненавижу секс, признаю только любовь». Ну, потому что это какой-то достаточно смешной, если так смотреть со стороны, механический акт тела как правило могут быть разные конфигурации и что там интересно ну вот и потом он наступает в какой-то момент в своей жизни когда ты его в принципе исключаешь и я считаю что это не страшно вот этот момент целибада проходить накопление энергии когда это для тебя исключается нет, он для меня не имеет такое большого значения. Он вам не люб? Нет, вот, вот если это, это вот любовь, она вполне может существовать, кстати, и в каких-то периодах отсутствия этого. То есть это не является каким-то ну, основным элементом моего существования. Понимаете? Вы однажды признались, любовь это раны, раны, раны. Да, конечно. Поэтому все так боятся этого чувства. Без ран никак? Никак. Понимаете, Никак. что, ну, вы когда любите человека, вы же все время о нем беспокоитесь. Это как, знаете, вот как ночь. А как там этот человек? Ну, если у вас есть дети, уже все время это уже все, это навсегда остается. Что там с ним с этим ребенком? Что такое любовь, на ваш взгляд, вы вывели для себя формулировку? Любви? Я считаю, что это вот основная мотивация, что вот пребывание человека на планете, так как нету вот конкретно для чего вы живете здесь. Я себе вот понимая, так что человек должен испытать это чувство. Он должен любить кого-то. И, конечно, счастье, что его тоже полюбит в ответ. И тот же самый, кого он любит, он. Но так тоже не всегда бывает. Я помню вашу замечательную, на мой взгляд, фотосессию в журнале Playboy. Она была не до конца откровенная и такая. Не, ну до конца откровенная. Все-таки это не для меня. Ну, конечно. Конечно, я это понимаю. Вам понравилось сниматься в Playboy? Когда вы увидели вот себя в журнале, какие ощущения Дело были? Делается в том, что это зависит от фотографа, потому что можно. Я видела там циничные же люди работают в журнале. Они сначала показывают то, что, что у них было не отфотошоплено, а потом после фотошопа, как они там подбрасывают, ну всякие, как сказать? то, что немножко отвисло. <laughs> Короче говоря, все зависит от фотографа и от как талантливо снять. И это снять не как-то не натуралистично. Насчет отвисла, вот Станислав Сергеевич Говорухин говорил мне, что я ненавижу, когда грудь не натуральная. Пусть будет лучше отвисшая, чем не натуральная. Ну вот видите, вот... Вот режиссер что сказал. Говорухин. Ну пускай. Я, я буду... Это правда, что в кино вы не любите интимные сцены, поцелуи даже? Вам это не нравится в кино? Нет, ну вот я однажды целовалась там очень долго у Кира Муратовой в «Настройщике». Главное, первый раз в жизни видишь человека, и тебе должно, должно с ним целоваться. А он еще и не бритый. Но хоть чеснок не ел перед этим? Да вроде нет. Ну что-то как-то нет. Цитирую вас. Да. Мне не нравится, когда в кадре грязь, когда ты не облагораживаешь пространство. Все-таки никто не должен показывать какие-то помойки. Нет, секундочку. Вот, э, вот иногда перепечатывают такие интервью, они тебя упрощают. Я говорила о том, что кадр всегда должен быть выстроен, что когда кадр перенасыщен. Вот, например, ты снимаешь улицу, и когда на, в этом кадре висят вот эти вот, например, вот эти э, рекламные щиты, ларьки. А когда ты не выстраиваешь какую-то композицию, то тогда мне это не нравится. Я не люблю вот эти бытовые, социальные, репортажные, документальные. Это не мое. Я вот имела в виду именно это. Вы старательно и сознательно избегаете разговора о личной жизни. И мне это нравится, потому что в женщине, тем более в такой, должна быть все-таки загадка. Нельзя выставлять на показ уже все, что есть. На мой взгляд, опять-таки, кто-то может с этим не согласиться. Тем не менее, я вот читал, что бывший муж бросался на вас чуть ли не с ножом, Это душил вас. такая. Это просто... Вот, к сожалению, сейчас вот это понятие прессы, оно себя дискредитировало. Также вот Давно? В обществе уже дискредитировало себя и там, и органы, которые должны тебя защищать, и они на самом деле делают все наоборот. И также пресса, которая уже ну, нельзя ей верить, потому что существует момент такой уже желтой прессы. И в каком-то смысле профессия абсолютно себя дискредитировала. Как это не печально. Я знаю, там хороших журналистов кинематографических, там музыкальных, но те, которые занимаются вот именно вот, так называемой личной жизнью известных людей публичных, это просто сплошная грязь и. Ну вот какой-то бред. Иногда такое читаешь, что... Доходит до того, что когда Нона Викторовна лежала в больнице Мордюкова, в абсолютно... реанимации, вы знаете эту историю. Знаете, они... Папарацци рвались, по деревьям зрели. лезли. Дело все в том, что они не пускают родственников, но они за деньги да. пропускают фотографов, и они снимают там красивую женщину с да. трубками во рту. Это абсолютно аморально. Я не знаю, как они будут жить. Я вот думаю, что существует же какая-то расплата, и там будет такой огромный этаж для этих вот в аду. где будут вот они варятся в чанах. И они, в принципе, я все говорю, что они должны знать об этом, что это все наказуемо, что вот этими своими публикациями они приносят очень много горя. Если они работают в этих органах, работают осознанно, они пишут всю эту неправду. Они наносят вот такие раны, они выворачивают личную жизнь с определенным ракурсом. Это, это очень наказуемо, что не бывает ничего бесплатного. И что где-то они за это ответят. После двух неудачных замужеств вы собираетесь снова выходить замуж? Мне кажется, что брак в каком-то смысле тебя уже дискредитировал, но он уже... Институт все... брака. Институт брака, да. А, ну, а что, получается, что тогда просто соединялись двое, чтобы как-то вместе выжить? Выжить там и даже в гостинице не прописывали. Да, вам. Что да. самое интересное. А сейчас я не понимаю, зачем? Если ты не охочешься на состояние какого-то человека, то зачем тебе, собственно, на нем жениться? Есть мужчина... При виде которого у вас в душе что-то ёкает вот сегодня. Вот если бы был жив Иосиф, я имею в виду Бродский. Слава мне Богу, кажется, что не да. Сталин. Нет, Бродский, Йозов Бродский. А то, да. И, конечно, мне самое, что называется, волнующее в мужчине это все-таки ум, скажем так. Сколько лет вашей дочери Ульяне? Девять, девять. Чем она занимается, чем она вас радует сегодня? Пока она еще не работает. Она все-таки должна учиться, это ее основная профессия. Наклонности вы в ней угадываете какие-то? Она очень такая, в математический уклон одновременно. Мы упорно ей прививаем. Она занимается и музыкой, и живописью. И пытаешься дать ей просто разностороннее образование. Вы уникальны, на мой взгляд, тем, что умеете восхищаться чужим талантом. Ну, кстати, это редко, отличный дар. редкое качество. Обожаю очаровываться. В принципе, это очень питательное чувство. Я не понимаю, зачем люди себя это тратят на зависть какую-то. Я знаю, что вы были буквально влюблены в Цоя. Как... А, ну это детская такая история, вот он же... Ну тогда все у него. Oh, символ поколения, конечно. Символ поколения. И, кстати, его песни до сих пор звучат. Вы никогда не пересекались с ним? Ну, как пересекалась, он же. В... Значит, с нами учился параллельный курс, э... и такой Рашид Нугманов делал Яху в Питере. Мы же тогда все друг с другом общались. А мой однокурсник Аркаша Высоцкий, они у него останавливались группа кино. И мы, конечно, с ними виделись. И он мне потом напевал вот эти его песни и говорил: посмотри, давай это, я тебя познакомлю. И вы. Но он мне там так спел, а он еще фальшивет. Он говорит, кто-то завтра попадет под автомобиль или что-то такое, погибнут все пассажиры. Мне Рабинович по телефону напел, да. Да. Короче говоря. Нет, Виктор Робертович в жизни это была такая, как красивая кошка. Очень был таким красивым существом. Земфира, оттуда же, откуда и Цой, на ваш взгляд? Мне кажется, там совершенно... Земфира, она музыкант, а Цой, он такой... Трибун, социальный трибун. Нет, он такой шаман, он же вот такой да, кореец, у него бессловно. такой шаман. Его даже перепевать очень трудно, потому что у него... А... Мантры. Мантры такие. Угу. И вот это именно в сочетании с его внешностью, с его энергетикой, с его голосом. А Земфира, она такой прямо хитмейкер. Она пишет песни, которые станут хитами. Она музыкант. Она, по-моему, единственная вообще на этой огромной территории отвечает там за звук. И если уж там говорить, то что все привыкли пить там. Какие-то не занимаются именно звуком. И, и вообще момент такой фонограммы. Это многие сцены даже не предназначены под живой звук. Они не подразумевают его в принципе. Земфира гений? На мой взгляд, да. Песни Земфиры переживут это время. Как вы считаете, их будут петь вот, дальше? Вы знаете, человечество устроено таким образом, что оно не может вместить в себя, например, две фамилии гения. Например, там на какой-то определенный срок назначается гений. Высоцкий, допустим. Например, да. Там а вот она будет назначена именно главная по вот данному отрезку времени. Как вот когда-то был назначен там среди поэтов были же масса гениальных, совершенно выдающихся, замечательных поэтов, но там назначился был Пушкин. Там период Мандельштама были же очень многие там поэты. Да. Но там все равно лучшей поэтессой, на мой взгляд, является Марина Цветаева. То есть в, в, все равно там человечество, оно не может, оно все равно ответственно за своего там кумира, и оно назначает одну фамилию. Вот опять-таки, я так понимаю, такая душевная щедрость у вас, когда вы искренне восхищаетесь чужим талантом. Абсолютно, да. И получаете удовольствие от того, что он есть, и вы можете помочь ему раскрыться, правда? Есть такое ощущение? Ну, она абсолютный соратник, и вот сейчас я делаю свою картину, и она написала для этой картины несколько совершенно выдающийся песен и она отвечает за саундтрек. От нее стоит ждать продолжения. Ну вот то, что, например, для моего фильма она сделала, я не знаю, это 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 это, это гениальные песни. Она очень требовательна к себе и она несомненно развивается. Она все время себе делает какую-то новую и я думаю, что она такой именно долгожитель творческий. То есть это не автор одной, одного альбома. Вы наполовину татарка, она полностью татарка. Это вас как-то роднит? Вот кровь общая, ощущение этого? Ну, все-таки я вот так не мыслю, что вот, э, национальность, она не может не объединять, не разъединять. Я в каком-то смысле абсолютно ненавижу вот это раз, распределение по расам, по, как сказать, половой принадлежности. Вот это все мне абсолютно чуждо. Правда ли, что вам часто снятся мертвецы? Ну, не мертвецы. Все равно же твои мертвецы, это твои бывшие. Мы же тоже с вами будущие мертвецы. Я так не разделяю. То есть снятся близкие люди. Близкие люди, Покойные, да. Покойные близкие люди. Да, потому что все равно они переходят в какой-то некий слой. Вы же понимаете, что мы внутренне стареем. Всего лишь навсего нам дана в аренду вот это вот покрытие, которое портится какого-то черта. Все время надо о нем заботиться оно ветшает, оно склонно болеть. Сколько они Да, оно окисляется, потому что существует процесс, если мы сможем бороться с окислением, вот как вот с ржавчиной, тогда мы сможем жить бесконечно долго. Но мы живем в определенной атмосфере, когда это все окисляется, и вот, и вот, и вот наступает старость, она же наступает не от, того, не от чего бы то либо, а от окисления. И, конечно, там внутри, этот куда-то там вылетает, оно должно сменить свою оболочку. Вы любите в фильмах умирать? Почему? Вот я говорю, лучше я там умру, а здесь я еще поживу. У меня это взаимооборот. Но многие актеры панически боялись ложиться в гроб умирать. Но я не ложилась в гроб пока. Ну умирать даже в кино вот панически боялись. Ну спокойно относятся. Значит, к этому. у них такая стезя. пускай боятся. А еще я знаю, что вы любите наблюдать за безумцами. На самом деле это действительно увлекательно. Нет, я считаю, что наоборот иногда, может быть, и не стоит за ними наблюдать, потому что какой-то такой глаза смотреть, то есть ты можешь потом упасть где-нибудь. Но это познавательно? Я не стремлюсь к этому специально. Как к сценаристу? Вообще, как мне нравится, как сказать, изучать людей. То есть узнавать, но как это называется? это называется, профессиональный интерес к человеческому материалу. Но я люблю людей, людей хороших. В общем, Вы их даже видели, я да? Я не, не... Хороших не, людей. Знаете, да, если говорить, есть же люди там интроверты, экстраверты, то я не могу сказать, что я такая... А, а есть люди, которые просто асоциальные, не, не любят лишних контактов. Вы до сих пор любите читать мемуары? Ну, я вообще люблю читать. Ну, мемуары в частности? Ну, мемуары — это такой прекрасный жанр. Очень тоже питательный. Человек пишет мемуары уже не просто так. Он уже прожил какой-то человеческий опыт. И что он из этого... Чьи мемуары вас поразили больше всего за последнее Конкордия Ландау. Коры, да? Конкордия uh -huh. Ландау, которая написала о, ж... о жизни с гением... Ландау. Потрясающая книга. Это, это совершенно. откровенность да? Удивительная книга. Mm -hmm. И, конечно, эта женщина, которая его любила, вот она была счастлива, она любила его. А что ученые себе позволяли, да? Да, мне кажется, это их личная жизнь. Имеют полное право. Абсолютно. Тем более лауреаты Нобелевской премии. Я считаю, что личная жизнь, это не связано с убийством, развратом, это абсолютно их дело. Мне никогда не интересовало вот это как вы живете, с кем вы живете. Это ваше личное тело. Вы покупаете старые лампы. Зачем? Ну, потому что везде так много уродского света, и дома хочется иметь что-то красивое. А тем более сейчас вот эти стали энергосберегающие лампы. Кошмарные. Может, уже даже на свечи надо переходить. Светодиодные. Да, они у них безобразный свет, как в морге. Вы любите фотографировать? Ну, графическая профессия, она связана с тем, что ты должен ставить там кадр, композицию, все равно это очень близко, близко с фотографированием. У вас есть какие-то любимые фотографии? Неожиданные, может быть, совершенно... Вы знаете, я до сих пор покупаю очень много книг по фотографиям. И... То есть это очень близко. Вы знаете, что из одной фотографии может родиться образ. Так что тебя может вдохновить так же, как и живопись. Я знаю, что Одесса для вас не случайный город, помимо того, что там живет Кира Муратова. Угу. Вы часто летали в Одессу. Именно кстати, на, на съемке это всегда было связано с Кирой Георгиевной. Кстати, летали, насколько я знаю, на жутких корытах, яках. Ну, а между прочим, они же умеют э, как это? планировать планировать. Это очень ценное. А вот эти современные, они же, если двигатель откажет, они уже не спланируют. Они, как говорится, ухнут. Страшно летать вам? Нет, мне, кстати, не страшно летать. После фильма «Небо, самолет, девушка» вы много нового узнали о самолетах? Мне вот одна стюардесса сказала, что я все время возвращалась с рейсов, и мне все время казалось, что я что-то забыла. Она говорит, с возрастом я поняла, что я там теряю здоровье. То есть... Хорошо как. Она это ощущала вот каким-то таким дальним каким-то чувством. Как будто чего-то не хватает. Вы до сих пор пользуетесь духами ⁇ Красная Москва ⁇ Да, у меня их много. Иногда я их подмешиваю куда-то. Их выпускают? До сих пор выпускают. И запах тот же? Нет. Он все-таки модифицировался, потому что они добавляют уже заменители, очень много химии, потому что там были же натуральные компоненты. Это уже бело-голубая Москва, не, не красная. Чуть-чуть да, цвет чуть -чуть. флага чуть-чуть это запах видоизменился, но все равно вот этот вот отблеск той прежней красной. У меня, знаете, есть даже старые флаконы, которые еще сохранились каких-то бабушек. Где-то я покупала, я помню. Они еще существуют в каких-то винтажных магазинах, приносят и сдают неоткрытые флаконы. Они, конечно, там претерпели какие-то изменения, но все равно видно, что это совсем другой, очень насыщенный запах. Паниковский говорил о фунте это человек из раньшего времени. Вы чувствуете себя человеком современным или человеком из раньшего времени? Дело все в том, что просто здесь, в, в наше время просто так стало, уменьшается количество вещей, которые там имели бы душу, и в которые было бы вложен то качество и тот труд, которые были в вещах в прошлом веке. Во-первых, человечество стремительно размножается, нас очень много. И нас отсюда, слишком вот, много. Нас слишком много. И получилось какое-то невнимание к человеку как, как, и, как к объекту, единственному существу. Даже, вот видите, между детьми и родителями все как-то нивелировалось. Это, это, тогда вот это было... Мы же с вами родились тогда, когда друг другу посылали открытки по почте. И еще долго посылали. И представляете, мы же выбирали картинку. Мы писали текст определенный. Мы наклеивали марку. Бегали Письма к... писали. Бегали, да, к почтовому ящику. Я не могла позвонить просто так, потому что я должна была найти две копейки. и Или 15. Или телефон, ну да. И, короче говоря, сейчас все поменялось. Нас так много. Все друг другу так невнимательны. И все так одиноки получаются в связи с этим. Если бы, это последний вопрос, наверное, перед вами стоял выбор, в какое время жить, какое время вы бы выбрали? Ну вот, конечно, это трудные годы, но 30-е, 40-е, 50-е. Вам они ближе? Да. И где им в Голливуде? Тогда было кино, тогда были режиссеры, тогда было как-то... Ну вот да. Вы знаете, я благодарен вам за интервью, за Спасибо. встречу с инопланетянкой в хорошем смысле слова. Мне сегодня все было очень любо. Вот хотелось mm -hmm. бы, вы знаете, творчество пожелать вам, mm -hmm. фильмов, хороших сценариев, клипов, всего, чего угодно, где душа захочет проявиться. Спасибо вам за то, что вы уже сделали. Я думаю, что это останется и время переживет, потому что это не похоже на все, что было до того и будет после. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях была вродлива, неповторна и талановита Рената Литвинова.